Все. Елена Кочаровская, пожалуйста. Елена Кочаровская. Ветер, ливень, львы сопливы, рвутся шлеи, лиры кривы, не уют и не приют. Расплескав по свету мошек, бьет скворечник дождь горошек, и скворцы его клюют, взвесь воды, намокших кошек, намяукавших трубу, словно Армстронг выпил больше и играет бу-бу-бу. На мостах гнездятся тучи, точно птицы марабу. Все думают, вот хам, а вы нежнее море, пушистей бахромы, изящнее сверчка, я б вас могла, ха-ха, любить, чего же более, и воспарили б мы два славных бодрячка, и в прериях страстей куда до нас опачем, от чмока до греха, а там, глядишь, родня. Строгали бы детей, но вот ведь незадача, подумалась, вот хам влюблен, но не меня ем. Но у меня программа называлась «Женщина старалась». Эта фраза у меня почему-то долго-долго крутилась в голове. Я написала совсем свежее стихотворение. Извините, я буду, наверное, подглядывать. Она такая, есть в некоторых предложениях некая драматургия. Например, там «Мужчина женщине молчал» есть у меня такое стихотворение. А тут женщина старалась. Дошли до точки. Время сжалось. Зрачок. В табачную пыльцу подумал, женщина старалась, и хлопнул дверью по лицу. Ха, на столе еще осталось постылый ужин, кислый сок представил. Женщина стиралась, шаг прибавил, и глоток ему неведомо и стыдно, его и манит, и знобит. Кто встретит кенгуру ехидно? Куда пикантнее, чем быт. Он шел насквозь и вскользь, не выберет. Плевать на эту пыльноту. На кухне ангелы калибри глотали слезы на лету. Ух ты! Кадр получился. Как мне тебя выманить, выдразнить, выдрой вынырнуть, что на «вы» сказать, в твоем имени выразить, но иную суть, ртуть, как зовешься ты, милый, липовый, нет, дубовый, не то словцо, рассмеешься, ругнешься, или вы отвернете свое лицо, неуверенный, бледно-розовый, мне ладонью в твою ладонь долго целится мой березовый. До тебя бы дотронуться, до утонула во враге озера. Когда б любить не понарошку, когда б любить, 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 кормить любовь с руки морожкой и откормить, и прикормить. Да важно, важно почему-то в любой февраль или июль у сердца накопить валюту бесценную с названием «Любль», дарить ее светло и щедро бедняку и королю и раздавать от километра по всей вселенной. Полюблю. Ломался день, надкусанный багет. Не тороплюсь доесть, а на болоте стояла цапля на одной ноге. Брусничный клюв и жалкий белый хвостик. Скучает жабы, леший занемок. В такой глуши нехорошо без стресса. И лес прошит ромашками, принцесса придет по кочкам. Знать бы вот куда, не спотыкнуться б. Я переживаю, мне все казалось, простите, я переживаю, что в каждой строчке мертвая вода, а
ей-то все мерещилось, живая. Ну и, наверное, последнее стихотворение. Когда мое сердце станет свободно, не зазвенит от тебя, ударяясь клавишей, клацая непригодной, не притворяясь. В музыке пьяна музыка «Кто ты?» и отголоски дальше и дальше будут метаться слабые ноты. Только без фальши, лишь бы без фальши. Спасибо. Елена Кучеровская! Елена Кучеровская, спасибо. Хорошо. Аплодисменты были. Андрей, что скажешь? Есть? Слушал внимательно. Нет. Показалось, что это такие детские стихи для взрослых. Много иронии. Ты будешь ругаться, но вот я к одной фразе прицепился. Кормить любовь с руки морожкой. Ну почему любовь кормить? Как вот ты думаешь, почему морожка? Откуда морожка? Зачем морожка? Ты что, мне думаешь, есть какие-то мысли? Я морожку каждый год. Ты ешь морожку. Я почему-то вспомнил Пушкина умирающего, который хочет морожку. Может, перекличка есть. Хорошо. И еще бы я хотел добавить такую вещь. Может, кто-то ответит. Почему так много животных упоминается? Цапли, ехидны, муравьи. Значит, жабы. На самом деле, иди сюда. Быстрее. На самом деле. Да, калибры еще. Давай, скажи. На самом деле меня неоднократно спрашивают, а что у вас такое за зоопарк? Наверное, это какой-то изогнутый язык, потому что как бы через животных, хорошая реплика услышала, а вот через призму животных иногда видишь людей. У меня, например, есть такая болезнь сравнения. Часто люди мне напоминают кого-то из мира животных, птиц, рыб, я не знаю, бывают растения, бывают деревья, ассоциативные мышки не так вот. Ну хорошо, извините, ваш ответ понятен, но вот эти ангелы-коллеги, ангелы похожи. Дело в том, что я не сказала, на стихотворение я назвала, не знаю почему, кстати, об Австралии, да? И у меня там присутствует кенгуру, ехидна, и чтобы, наверное, может быть, продолжить вот этот ряд логический, мне показалось, что как калибри пьют нектар из орхидеи, так же они могут глотать слезы. Но почему вот эти калибри, они у меня ангелы. Хорошо, понятно, это метафорический язык, но почему Эзопов? Эзопов язык ироничен. Давай, тогда уже мы потом это в личной беседе выясните. Да нет, направление мысли мы поняли. Я думал, ты хочешь диалог. Нет, все здорово, спасибо огромное. Пожалуйста. Направление мысли, понятно. Если кто-то желает подключиться к дискуссии, выходите. Только чтобы мы вас видели, и подключайтесь.